Приветствую вас. То, что вы описываете, называется очень легко. Тревожность, точнее, очень просто. Тревожность. Вот, это тревожность, это вот именно то, что вы делаете от новостей, это проецирование. То есть вы на новости проецируете свою собственную тревожность. Тревожность возникает в ситуациях, когда нет контакта со своими чувствами, когда в той или иной степени чувства человека игнорируются, когда в той или иной степени эмоции человека как-то вот ну, отдаляются на задний план, скажем так, вот, и возникает такая вот неудовлетворенность. Вот, с другой стороны, есть ведь еще и причины, по которым люди, значит, свои чувства как бы отдаляют на задний план. И было бы крайне неплохо, если бы вы ну, для себя, допустим, вот определили бы этот момент, почему я отдаляю свои чувства, да, там, на задний план, да, то есть, ну, почему я это делаю. А вот, и это, в общем-то, могло бы существенно помочь вам, это могло бы существенно облегчить поиск вот, контакта с своими, ну, своими эмоциями, да, вот, со своими чувствами, своими переживаниями. И так вы бы достаточно легко смогли бы вот, понять, что конкретно вас беспокоит и почему. Вот. То есть там есть основания у этого, есть основания, а вопрос только в том, какие причины у этого есть. То есть, ну, почему? Почему у вас это есть? Вот. И, соответственно, с этим можно будет поработать при, вот, ну, при желании. При желании именно, вот, с вашей стороны, то есть если вы захотите. Вот, вот так, в принципе, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Ну а тревожность, в свою очередь, возникает по той простой или не очень простой причине, что человеку сложно, практически невозможно полагаться на себя. Вот.
на свои чувства. Вот, практически невозможно. Вот, это когда человек не полагается на свои чувства, когда человек, там, условно говоря, ну, зависим от, ну, например, от людей вокруг. От людей вокруг него самого. Вот. То, соответственно, возникает такая вот ситуация, возникает такая вот потребность в том, чтобы кто-то защитил, ну, кто-то защитил человека, вот. И, в общем-то, это одна из ключевых таких вот проблем, одна из ключевых проблематик данного состояния, условно говоря. Вот. Другой вопрос, опять же, да, хотите ли вы все это менять? Потому что, если, например, вам этого не хочется делать, к примеру, если вы не хотите менять что-то в себе, то или вы ищете, там, к примеру, какой-то такой, ну, например, легкий вариант, легкое решение, вот, то его нет, потому что тут надо работать, нужно вас в прямом смысле слова учить слышать свои чувства, свои эмоции. Вот. Это железно. Вот. Ну, с точки зрения профессиональной психотерапии, это делается так. Вот и все. Такой ответ, я думаю, можно вам дать, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если вам мой ответ пришел по душе, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.